Здравствуйте, друзья, с вами ВВ, и мы опять будем играть в игрушку Робокрафт. Для начала попробуем внести премиум код. Так, этого нажимаем Enter код. Я там надыбал в интернете вот такую штуку. Я не помню, вводил я его или нет. Вводил. Жалко. Бонус-коды появляются довольно часто, приуроченные к разным праздникам. Проблема их найти. По крайней мере для меня. У меня есть там сайт, который обычно там я смотрю периодически. Там иногда эти коды выскакивают. На один день, например, очень приятно в выходной ввести это дело, поиграть и с премом накачать себе опыта всего-всего. Так, по-моему, у меня... уже откатилось. Можно пойти на босса. Но на босса, наверное, я пока не пойду. Я пока просто прокачусь. Так. Стандартная ситуация, все поровну, все зависит только от скилла. Так, будем стараться не тупить, что иногда бывает очень тяжело. Так, в последнее время стало вот телепортинг плеерс долго очень почему-то. Не знаю почему. Может, это только у меня. Раньше практически моментально залетало в игру. А сейчас вот появляешься, а уже там почти все. Вон уже. Люди уже вон уехали. Рельса вообще очень далеко. Так. Друг. Не попал. Доктор есть, доктора нет. О, доктор. Это доктор. Нифига себе. Вот это доктор. Доктор, похоже, мне не нужен. О, убили меня. Так, рельса, которую я не люблю. Нагибай, нагиться. Была команда нагибай. Так, кто стреляет, по ком. Выйдем на базу. Где мой радар? У меня радар снесли, похоже. Или я его просто не убил. Да, задних трастеров нету, они не остались. Если кто помнит, в прошлой серии я их снимал. Передние трастеры, которые дают задний ход. Очень удобно откатываться. Я думаю, поставить все более мощное, но пока у меня не хватает очков уровня обычного. Обычного уровня, не тира. О, рельса. Вот, рельса. Да,
Иди, подлый трус. Щурился. Ну, уже победа по захвату. Нормально, сейчас посмотрим, что нам дали. Так. Один килл, два ассиста, 17 тысяч. Так себе. Так себе, так себе. Так, а удвоенного у меня на этой штуке пока нет. Зато есть босс. Ну, пойдем на босса. Так, посмотрим. Посмотрим, что мне... Что я хотел на девятку. Добавили вот новые эти. Недавно я заметил. Так. 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 Девятки у меня вот этот треугольничек, да? Еще не изучен, он мне по большому счету не очень нужен. Так, вот это я хотел. И вот это. Так, лекаря. Пушка у меня есть. А, новый радар. Чем радары отличаются? Давайте посмотрим. Расстояние 263, 274. Практически не отличается. Броня 1100. На 5 надо 48 очков. А подождите, посмотрим по... Так, блоков управления очков надо 20, а было 15, 5 очков надо взять, пускай будет. Так, глушилками я не пользуюсь, гусеница мне не нужна, я возьму сразу 10-й, ховер максимальный 9-й, трастер 9-й. Так, крылья я хотел. Крылья это вот этот, 72. На всякий случай я все прокачиваю. Вот 72. Ножка, чтоб на 10-й. На 10-й ноги. У меня 4 ноги, по-моему, вот таких вот есть. Ну, я их нацеплял. Хорошие получаются, красиво, нормально. Но пока у меня нету очков, мне надо больше уровень. Так, нормально. Поедем, ничего не этот. Опять нагнемся боссом побудем. Нас просто убьют. Получим опять те же 17 тысяч. Может быть, если повезет. Что будем пробовать. Мне было очень интересно, когда я только стал 8-м, я ходил на босса, воевал против вторых уровней. Очень классно. Разносил все в пух и в прах. Меня практически было невозможно убить. 8-м уровнем против двоечек. Летал там. Так. Кто там меня стреляет? Блин, опять рельс куча. Ну, все, уже одна пушка осталась. Не осталось пушек. Сильно слабо я их убиваю. Он практически не этот. Двушки, когда вот против босса, это только направляешь, сразу лопается, чувак. Ну тогда можно как-то воевать. Сейчас, наверное, вообще очень мало. 6 тысяч, да. Слабовато я сыграл. Надо было ломануться в одну сторону, как я делаю обычно. Потом возвращаться. Так, ладно, я могу взять еще одну пушку, но... Могу.
Почему нет? Так, смотрим, 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 смотрим. Пушку. Продолжаем увеличиваться. Вот 100 тысяч у меня появилось. Сейчас мы ее подцепим. Ну, давайте, наверное, с какой стороны, справа или слева. В принципе, без разницы. Так. Вот это. Ага, не хочет. Не хочет, надо будет все переделывать, да? Я, по-моему, пробовал, но вот этот кубик становится. Следующая пушка. Так, давай еще раз попробуем, давайте. Так, так. Ну, нет, вот эту пушку. Вот, да. Да, на этом. Ну, тут, видите, щит не закрывает этот кубик. Это не нравится мне. Это мне не нравится. Так, и не могу, это придется щит поднимать. Это оголяешь нижнюю часть, можно колес передних лишиться. Вообще, надо, наверное, зря я поторопился. Надо, наверное, передние щиты обновить. Я пробовал. Сюда, по-моему, становятся вот эти неплохо. Вот эти. Это уже 9 уровня, но они тоже. Так, ну что, я зря изучал радар. Может, не хватит на радар. Сколько стоит радар? Посмотрите. Пушку купил, потратился на зря. Вот, 25 тысяч. Не хватает, надо еще один бой. Поехали. Так. Идет загрузка. Вот у нас появилась вот такая вот табличка. Я, наверное, поставлю. Так, люди уже вошли в бой. А я еще прогружаюсь. Ничего, сейчас все будет. Так. И где наш доктор? Где наш доктор? Вон, наверное, вот это рельсы. Вот теперь он возвращается. Plasma bomber spotted. Где этот бомбер? Так, такие радары у меня просто нет. Что-то я где-то его снял, да? Попал немножко. Немножко вернулся. Не устаешь.
Сейчас посмотрим, что получилось. 7000. Все меньше и меньше. Так. А, дали денег. Сейчас мы купим радар. Радар. Попробуем потом его запихнуть. Потому что, насколько я видел, по-моему, мне не хватает очков, чтобы поставить радар. Да что ж такое? Вот он. Так, он у меня стоял вот здесь, вот с этого края. Вообще с края. Тут. О, сюда помещается. Отлично. Пускай здесь стоит. Отлично, отлично, отлично. Так. Начальные периоды там была пушка. Еще одна такая. Было такое интересное. Интересная штука. Так, радар поместился. У меня осталось 47, 52. Все-таки попробовать пушку поставить. Для этого мне нужен блок. Блок пушки надо ставить на топовый блок, который у тебя есть, чтобы его... Ой, денег не хватает. Значит, поедем в бой. Так, быстренько сразу пошел расчет. Так. Идет загрузка. Сейчас я появлюсь в самом конце. Наш доктор. Доктор, ау. Вот доктор. Вот он, доктор. Ух ты, смотрите, какой доктор. Обалдеть. Кто-то извращался. На пятом тире я видел похожего. Ай, блин. Налманя выстрелил и попал. Так, о, отлично. Доктор в порядке. Спасибо, зарядки. Блин, опять. Здесь плохо. Мне здесь не нравится. Где этот ховер? Бомбер летает.
Так, здравствуйте, фигово. Вот, блин, пушку сняли. Так, и доктора не осталось, да? Плохо. Так, что у нас осталось? Три калеки все здесь. У них тоже три калеки. Да что ж такое, не попадает. Сдалека попадало, сейчас не попадает. Все, остался без колес. Поехать на захват. Надо ехать на захват. Смешно звучит. Так, у них остался один бомбер и вот это байда. Тоже с рельса. Ах ты, рельса, подставился. Потерял этот. Да. Остается только ждать. О, мы победили. Ура. Интересно, у меня такой огрызок остался. Так. Сейчас посмотрим, что это. Что? О, 16 тысяч, почти 17. Все должно быть. На этой радостной ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое за просмотры. Всем удачи.